Всем привет, друзья! Сегодня третий день, как я отдыхаю в Тунисе. Сейчас очень раннее утро, где-то, грубо 5:30 утра, примерно. Я уже позавтракал, для нас специально вот попросили завтрак пораньше организовать на несколько человек. Вот. И сейчас я вот жду автобус, на котором мы отправимся в Сахару. В Сахаре мы будем 2 дня с ночевкой. То есть мы сегодня уезжаем. Приезжаем, так я понял, в Сахару. Там, все делаем, там гуляем, отдыхаем, все, спим. И завтра мы как бы оттуда, получается, потихонечку уезжаем и приедем сюда уже в отель ближе к вечеру. Вот. Если кто не был в Сахаре, обязательно съездите. Берите с собой шляпы, берите с собой платки, берите много-много аккумуляторов, то есть для своей техники. Как-то так. В общем, у меня плечи подгорели все же. Ой, так болят плечи, кошмар, блин. Мне нужно еще нести сумку, мою сумку, и сумку такую вот, в которой зарядки лежат, вода лежит. В общем, вот это. И вообще сегодня... В общем, друзья, поехали. Приглашаю вас на, экскурсию в Сахару. В общем, всем добра. Короче, друзья, мы приехали сейчас в город, в котором продают много ковров. Называется Караван. Вот сейчас зайдем. Здесь какой-то магазин. Что-то здесь продают. Интересно. Сувенирки. Кожаное зелье. Вот. Город называется Караван. Так, это все сувенирка. Нам надо туда идти. Очередь столкнулась. Так, пока вырубается. Так, друзья, поднялись мы на крышу. Сейчас будем смотреть мечеть. Тут такая жара, вы не представляете. Сейчас будем смотреть на мечеть сверху. В саму мечеть не пускают никого. Ну так же, видно будет минарет? Вот, друзья, мечеть. Друзья, в общем, это старая-старая мечеть. Там вот римские колонны стоят. Вот. Тут такая жара, что невозможно глаза открыть. Спасибо за воду. Спасибо за воду. Попал чуть-чуть. Так, пойдемте ковры смотреть. Этот город славится своими коврами. Вот. В общем, пошлите. Так, друзья, это вот зал, в котором продают ковры. Вот посмотрите, какие красивые ковры. Ручной работы. Цены здесь разные. Потолок какой красивый, посмотрите. Красота. Вот, друзья, вам сейчас покажу сейчас эту красивую комнату, в которой продают ковры. Очень красивые. Потолок просто шикарен. Друзья, хочу поближе.
Ну, вообще классно. Очень вообще классно. Классно. Пикассо, Пикассо. Вообще классно. Друзья, все. Мы закончили экскурсию в этом городе. Купил я сувениры. Вот. Теперь мы поедем в другое место. О, сумасшествие какое. Тут такая жара, друзья. Кстати, такая жара вообще. Итак, мои дорогие, мы приехали вот в это место. Здесь продают масло оливковое. Здесь можно вот поесть, перекусить, выпить воды и ехать дальше. Техническая, да, сама остановка называется. Вот здесь все сидят, отдыхают. Такая вот комната. Там вот новое фото. Окей. Друзья, ну что, короче, мы поехали дальше. Вот на этой остановке съемки было поменьше, потому что там запрещено снимать. Вот там все кушали, просто все покупали различную сувенирку. Вот, ну, в общем, поехали дальше. Вот степи, пустыня, дома. Вот такой вот пейзаж. Пейзаж, да, такой красивый. Друзья, приехали мы в ресторан. Посмотрите, какой красивый ресторан. Вот здание само. Вот. Ой, какая жара, какая жара. Пальмы. Вообще, красота. Так, пойдем сейчас туда. Пять звезд. Вау! Какой потолок красивый, хрусталь. Клянись. Пять звезд, короче, написано. Так, пожалуйста, чтобы руку не мыть или сходить в туалет, да. Вот прямо мимо ступени. Сначала мы узнаем. Так, друзья, я сходил в туалет. Теперь пойдем за наши столики. Туда идти. Туда? Угу. Окей, thank you. Столики красивые. Так, идем дальше. Все шикарно, красота просто. Кушают. В общем, друзья, я покушал. Мне, в принципе, все понравилось. Но я не поел салат, потому что мне не понравился он. Вот. Так все было хорошо. Курица вкусная, рис вкусный. Шикарное заведение. Вообще ничего не надо. Сейчас буду фотографироваться. Друзья, короче, мы приехали на следующую остановку. Называется Оазис. И тут жара, конечно, вообще. Куда идти-то? Нет. Вот пальмы стоят, друзья. Ладно. Какая красота, друзья, посмотрите-ка. Тропики. Оазис. Супер. Вот, идем за видом. За этим. Красота. А фотографироваться на обратном пути будем, наверное, да? Мы завернемся отсюда. Это не папоротник. Это аспарагус. А, точно. Аспарагус лимоз. Похоже папоротник. Да, букет цветок. Аспарагус. Вот инжир. Смотри, инжир. Фиговое дерево. Вот это. Фиговое. Ну, у нас такое растет. Не фиговое. Фиговое дерево.
Ну листочком-то этим прикрылся. Ай, вот апельсин, пожалуйста, смотри, апельсин. О май гад. Он зеленый, зеленый. 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 А, ну, вместе. Апельсин. Оранж джюс. Это что? Это, подожди. Это оливка. Олива, нет? Нет. Конопля. Конопля. О май гад. Что, есть дома? Нет. На балконе. Не, это сальвия официнал. Шальфи, сорт шальфи. Это курить можно, похож гашиш. Давай. Кури. Бугенвилья, пожалуйста. Бугенвилья. Да. Что это? Что это по-русски? Бугенвилья. Бугенвилья, смотри, пожалуйста. Розовый, зеленый, это лист. Там белый цветок. Маленький это цветок. Бугенвилья. А вот это финики, да? Это финики. Это только финики пальмок у вас. Финики. Ой, вы со мной рядом, хорошо. Это гибискус. Китайская роза, цветок. Гибискус. Каркаде, чай, да? Чай каркаде. Там папирус. Папирус. Знаете папирус, а? Не с головы. Это по-нашему хенна. Хна. Хна. Красный довольно, только с листик и сушит. Это семена. Красный только с листик. Хна. Хенна, по-нашему хенна. Это агава. Агава. Агав есть алкоголь. Алкоголь агав. Знаем, знаем. Что? Текила. А, текила. Текила. Специалист. Да, агава, алкоголь, это текила, бум-бум. Бум-бум, да. Потом мираж, да. Мираж. Потом бум-мираж. Да? Говори языком. Вот это эйфорбия. Эйфорбия – это молодца, это видишь. Эйфорбия. Эйфорбия, да. Молодца, ядовитый. Это против бродавки. Май гад. Бродавки есть? Нет. Будет. Еще не будет. Поможем будет. Бродавки. Нету. А на капает что-то? Ну, это же она может помочь. Надо предупреждать, что пырыски есть. Вот это шелковица, тут облик. Белый, черный, красный, да? Тут облик, тут я дерево. Это лантана. Что это такое? Лантана как мята, мелиса. А, мята. Что за пахли, да? Ой. Ну-ка, тоже сорву. Это лантана. Да? Как мелисса, мята, да? Лантана. Африканский ботанический сад. Его не обязательно даже это открывать. Да? Он и так пахнет. Ну, мы тогда извиняемся. Там персик, смотри, персик. Где? О, маленький, зеленый. Вот. А, персика нет. Ежу, вон, а, персик, пицца, строится. Так, это он так цветет? Вон, маленький персик, вот. Нет. Вот. Не, роза цветок, это бугенвилья. Тёпая. Вот это персик. Как красиво. Цветок банан. Смотри, цветок банан. Трава. Таиланд. Банан. А вон банан. Далеко вот банан. Маленький. Маленький. Тёп. Вон. Мини-банан. Вон он наверху. Вот это касторка. Касторка на дерево. Какое? Касторовое. Касторовое дерево. Попробуй. Все попробуй. Не, попробуй потом беговой туалет. Касторовое дерево. Она не пахнет, трава. А вот олеандр, да? Ядовитый. Ядовитый, цветок, лист ядовитый, олеандр. Есть олеандр каркаде. Каркаде, чай. Да, о, каркаде. Я думала, гибискус это такой. Не, банан, это каркаде для тёщ. Только приколист. Вот гранат, смотри, гранат. Где гранат? Вот.
Гранат! Вон он прям. Гранат бум-бум. О, гранат, да. Гранат, здесь били красный гранат. И это зеленый гранат. Нормально. Гранат, апфель, под гранат. Нам юка, это юка пальма, да? Юка у нас была дома, умерла. Пальма юка. Перелили. Холодно, а? Да, лайк. Холодно, как в России, да? Ну, не так, в России, да? А что ты забыл? Там же не помню. Что там? Лимон. А, лимон. Лимон, лимон. Да, лимон. Вон три штучки, раз, два, три. Не, много их, много. Где? Вот. А, да, да, не видно вот. Просто. Они ничего все не поспевают. Лимон, лимон. Виноград. Виноград. Лайма. Классно. Можно сорвать? Зачем будешь рвать? Не надо. Такой дикий виноград. Можно, давай. Не, хороший вкус. Не, я на эту боюсь. Только он еще не спел. А, вот. Это вся экскурсия, друзья. Наверное, или нет, не знаю пока. Столько народу. Вы рвете? А что нарвет? Виноград. Виноград? Я тоже хочу. Сейчас всех угостят. Ладненько. Не получилось. Это холодная вода. Холодную воду нам показывают. Вот водопад. Короче, контактный зоопарк. Тут местный в оазисе. Верблюд. Кс-кс-кс-кс. Куда-то пошел. Кого-то будут показывать сейчас. Давай. Кого? Эй, кури сигарет? Кого показывают? Кобра. А где Деми сигарет? Не надо нам сигареты, давайте. Это Мальбору. Мальбору. Смотри, это Скорпион. О май гад. Джанни Джексон. Смотри, это черный, это я. Но. Смотри, ну кусайся, поближе. Но. Это я. Это ну кусайся. Да. Можно потрогать? Не-не-не. Это Скорпион, не бойся. Да, всего лишь. Зовут Джанет. Джанет Джексон. Ядовитый. О, боже мой. Фото специально. Потом змея, кобра. Это яд. Это гадюга, короче, друзья. Какая-то гадюга. Зовут Марги. Рогатая. Алло, подожди. Самая ядовитая. Самая ядовитая. О май гад. На телефон перегрелся. Он заход держит. Охуеть. Извиняюсь, конечно, за выражение. Я такой змею вообще впервые вижу. Рогатую. О, но. Подходи, Настя, отходи. Не надо поближе. Это хорошо сувенир для тёщи. Бери, не глядя. Тёщи, значит, не очень попадаются. Два антенна, два рога. Прыгай 2 метра. А она ещё и прыгает? Ну, ты крысы прыгай 2 метра. Не надо прыгать. Это наша турист. Атек. О май гад! О, боже мой! Она сейчас прыгнет, уйдите! За линию, Маргарит, стоп! Она линию знает? Эй, линия, да. Голодная. Этак! Отходи! Маргарит Тача. Самая ядовитая змея. Ну, ну прыгай, туристы прыгай. Ну так выключи, хватит. Он уже сдох. Короче, самая ядовитая. Знаешь, самая ядовитая? Атак!
Боже мой! Боже мой! Вы не фоткайте, я уже сфоткала. Не, поближе. Не. Потом до свидания. Экспресс. Тут вообще нет. О, это варан. Это варан, это король пустыни. Есть змея, кого потрогну. Это кто? Сейчас скажут, это ядовитая. Он ядовитый? Все, уже нет. Сфоткаешь его? Да? Такие лапы костлявые. Хорошо, мама? Сейчас сфоткаю. Сейчас у меня уже просто сдохнет. Что тебе дать? Так еще смотри, как... Варан очень много. Он хочет даже... Ой, какой он такой худой, худой, не кормит? Филипп! Ой, Киркоров? Филипп Киркоров, да. Потом Максим Галкин и Алла Пугачева. Нет. Он не кусается? Патрук. Что не потрогал? Хочешь потрогать? Вау! Ну, привыкший. Ой. И глаза у него. Он такой, ой, какой он. Давай, Патрик. Конкретный. Иди сюда. Иди сюда. Если змея, кобра, матрис. Ай, Филипп. Чиз. Матрис черная, это против яд. Антияд. Кушай змея, скорпион. Филипп, смайл. Ничего не брызгает. Да. Это турист. Это еда. Прыгает 5 метров. О, турист прыгает. Он такой... Атек. Что-то он не хочет. Это турист. Не прыгает. Атек. Да ладно, хватит он его. А может, это порода такая? Может, это порода такая? О, мама. Бедный. Это маленький, большая 2 метра. Выноси большого. Это лакост, иди сюда. Лакост? Иди сюда. Саламандр. Эй, эй, иди. Эй, поближе. Фото специаль. Это лакост оригинал. Оригинал лакост. Смотри фото. Лакост. О май гад. Клеопатра. Живой! Не кусайся, не кусайся. Лакост. До свидания. До свидания. Это лакост. Оригинально. Клеопатра. У меня коготки такие, а так их не надо бояться. Ну, не было пробовать. Караокур, это что? Оса. Оса. А вторая где? Лакост. Потом гараж. Девушка. Я хочу лакост. Нужно? Алла Пугачева, да? Да, Максим и Алла Пугачева. Америка Love Story, Моника Левинский, Билл Клинтон. Америка Love Story. Но матрис, Америка Love Story, Моника Левинский, Билл Клинтон. Action Garage. О май гад. Ай, кобра. Поближе. Ай, фото. Алло, иди сюда. Ага. Ник, иди сюда. Да-да-да. Касайся. Давай, ловим. Давай. Матрис кобра, прыгай! Кобра мечты! Можно потрогать, ну кусайся. Ай, гараж. О, майка. А сюда, пожалуйста, пацанички сад. Друзья, в общем, все, мы пофотографировались, посмотрели мини-зоопарк, потом посмотрели местный дендрарий, вот. Ну, в общем, все здорово, круто. Бесплатно входит, значит, напитки, не спиртные. Вот. В общем, все круто, здорово. Едем дальше.